Надо сказать, что свою историю данный праздник ведет еще с 18 века. И сегодня в стране чествуют героев Советского Союза, Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По-особому к дате отнеслись в региональном управлении Росгвардии. Там сняли видеоролик о герое Российской Федерации, уроженца Архангельска, Андрея Ивановича Анощенкове. В 99 году при выполнении боевого задания летчик получил тяжелое ранение и ожоги. Его жизнь врачам спасти не удалось. Именем героя названа 55-я Архангельская школа. На первом месте у него было это небо, это вертолет. И жена даже признавала, мы были на втором месте. Вот эту любовь его к небу, к своей профессии, даже любимая жена не смогла изменить свою сторону. Но тем не менее, это был очень достойный человек. Видеоролик о нашем земляке уже можно увидеть в группе ВКонтакте Росгвардии Архангельской области.